Всем привет! Рассматриваем картины. Святой Себастьян Андреа Мантегни. Около 1480 года, холст темпера 257/142. Святой Себастьян – популярный образ в изобразительном искусстве, к которому обращались многие художники. Живописуя жестокий эпизод его мученичества, страдания отпущенных в него стрел. Святой Себастьян в 3-4 веках тайно исповедовал христианство. Узнав об этом, император Диоклетиан приговорил его к смерти. Однако раны, нанесенные святому, не стали смертельными. Жена втайне выходила его, и он, не желая бежать из Рима, предстал перед Диоклетианом чудесно спасенным. Император же вновь повелел казнить святого. На лурвской картине «Святой Себастьян» Андреа Мантегни, живописцы и гравюра раннего возрождения, святой привязан к обломку античной колонны. Нижняя часть его тела усеяна стрелами. Колонна, как часть разрушенного античного храма, символизирует медленно уходящий в небытие мир язычества, за которое так крепко держался император и жертвой которого пал святой Себастьян. Рядом с ногами несчастного молодого мужчины сохранился мраморный фрагмент разбившейся статуи, когда-то стоявшей на этом месте и прославлявшей греко-римских богов. Ну, такое описание к работе Андреа Мантегни «Святой Себастьян» нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира».